столице состоялся круглый стол, посвященный проделанной работе и перспективным задачам Центра по содействию экономическому развитию регионов. В нем приняли участие представители Законодательной палаты Али Маджлиса, государственных органов, общественных объединений и международных организаций. В 2018 году был организован, то есть создан наш центр по экономическому содействию развитию регионов. Мы занимаемся помощью местным органам власти при экономическом развитии регионов. В частности, помогаем экспорту, а также привлечению инвестиций. В ходе мероприятия участники получили подробную информацию о проделанной центром работе с 2018 года. А если говорить конкретно, это реализация более 10 проектов, направленных на экономическое развитие регионов Узбекистана, которым особое внимание уделялось и вовлечению молодых людей в цифровое предпринимательство. На сегодняшний день в Бухаре и Самарканде организовываются туристические бизнес-инкубаторы для привлечения молодежи к предпринимательству в сфере туризма. Кроме того, одна из основных целей на этот год – развитие промышленности в сельских местностях, при этом уделяя большое внимание зеленой экономике. Также планируется провести тренинги для повышения потенциала местных органов власти, и тем самым мы хотим внести свой вклад в развитие каждого региона нашей республики. В ходе диалога была представлена программа реализации проектов центром на 2022 год. Согласно документу, предполагается проведение исследований по 15 направлениям. Бұлар Хоразым, Қарақалпақстан, Фарғана, Ташкент вилайатлары. Эти проекты будут реализованы в Каракалпакстане, Хорезме, Фергане и Ташкентской области. В частности, здесь по каждому из них был заслушан план действий. Нашей ассоциации будут разыграны гранты для негосударственных, некоммерческих организаций, как это было в прошлом году. Главная цель – улучшение экономического потенциала каждого региона. Кроме того, планируется реализовать следующие проекты: индустриализация сельской местности, развитие зеленой экономики в регионах, повышение роли местных представительных органов власти в развитии региона.